В Доме дружбы города Махачкалы состоялось августовское совещание под руководством главы региона Сергея Меликова. Главным тезисом доклада руководителя Дагестана перед педагогами стала учитель-идеолог своей страны. В своей речи он сделал акцент на усиление работы воспитания детей и молодежи в духе патриотизма на основе исторических примеров мужества дагестанцев и россиян. Помимо этого было озвучено, что с 1 сентября во всех школах республики внедряется система электронной образование Дагестана, которое создано на базе подсистем Московской электронной школы и обеспечит равный доступ всех учителей и учащихся к качественному образовательному контенту. Цифровые сервисы станут дополнительной помощью педагогам и обучающимся. Сергей Меликов дал поручение главам муниципальных образований до конца года разработать и защитить свои программы развития образования. Он также сообщил, что 1 августа текущего года Дагестан защитил перед Министерством просвещения Российской Федерации программу перспективного развития системы образования региона, позволяющую реализовывать ряд инфраструктурных мероприятий. Глава региона подчеркнул и необходимость привлечения участников военных событий к разговорам о важном, а также успехи школьной футбольной лиги Дагестана. Говоря о достижениях республики, он отметил, что за последние годы в регионе было открыто порядка 190 школ и детских садов, построено 102 школы более чем на 38 тысяч мест для учеников и 87 детских садов на около 13 тысяч мест. Сергей Меликов напомнил присутствующим, что в рамках исполнения поручения президента страны Владимира Путина правительство России разрабатывает новые национальные проекты «Семья и молодежь и дети», в которых особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры системы образования.